Всем привет! Решил эту подводку уже снимать, прилетевший в аэропорт. Аэропорт очень крутой. Извините за пересвет, так как исход был вот такой. Так вот, за целый отдых в Стамбуле было очень все круто. Было, конечно, непривычно снова снимать на камеру. Это прям очень отвык от этого. И большая проблема — много ветра. Мы попали в такую погоду, когда дождики, пасмурно и ветер. Соответственно, эта прошка, точнее Сонька, она очень привередлива к ветру. И из-за этого почти невозможно было во многих местах снимать. Ну, что-то мы поснимали за отдых. То, ну, очень понравилось. Если оценить его по 10-бальной системе, то где-то восьмерочку, я думаю, можно дать спокойно за отдых. Почему не 10? Так как погода подвела, и на пляже мы не побывали тоже из-за погоды. Нужно оценивать, что в среднем по питанию можно покушать на где-то 5-15 долларов. Там уже, конечно, если вы что-то нереальное кушаете, то, соответственно, это очень дорого. Кальян мы нашли хороший, 160 лир, это примерно 20 долларов. И есть еще такие нюансы, как такси и транспорт вообще в Стамбуле. В Стамбуле большая загруженность. Здесь около 15 миллионов человек, и, ну, ехать на машине, на любом транспорте, тут просто... это трэш. Дорога, которую еду я за минут 20, здесь едут час плюс, так как большие пробки стоят в них, ну, очень много. Я не ожидал такого в Стамбуле. Да приблизь. Запись пошла. Вон, приблизь. Запись пошла. Эй, бай, здорово. А у нас, кстати, имитируют чайки котиков. Они мяучат так. Мяу-мяу. Да, 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 реально. В Ютуб будет? Нет. Да. Пьяная Полина будет в Ютубе. Я не пьяная. А какая? Кстати, Смит, когда мы две начинали... Две бутылки въебало. Две бутылки, что ты, блин? А ты что снимаешь? А на Ютуб выложу, на Ютуб. Да, куда ты выложишь? А что? Скажи что-нибудь, ну. Говорю что-нибудь. Почему такой красный? Жарко. Кстати, Смит, когда мы начинали встречаться... А это что такое? Платьишко. Витя, зачем тебе такое платьишко? Это ты, которого подарил? Да. На годик как раз. Она на днюху оденет, мне кажется. Наденет. Дольче. Мне поебать. Не поебать. Не только. На какой полку? Один, полтора. Блин, класс, ты вообще про себя покажи. А верх? Или это только платье? Покажи, блин, вообще суперское. А верх есть? Или? Так, минус один, минус два года к детям. Я не знаю, я не шарю. Не, ну типа блузка какая-то. Это больше свадьба у Малой или что, блядь, блузка? А мало ли. А, у нее тут бантики. А, тут есть, смотрите. Это подгузник. Ну, типа, ну да. Она на этих, на веревочках. А это, наверное, транспорт. Классно, вообще красивая, очень. Слишком дорого будет посрать ей. Да. Реально очень красивая. Там два памперса, блядь. Извиняюсь, покакать. Салам алейкум. Блин, классное платье. Вообще, очень красиво. Так, а что кофту? Да, мне вообще понравилось. Угу. Блин, вообще очень красивое такое. Еще ногой возьми эту камеру. Ага. Я кофту брать. Да, как... Блин, мне тоже реально не хватит. А где мне платье? Пять мизин, блядь. Ебать, сколько рыбок. Интересно, что это за рыбки? Лянь, сколько! Запечатлю, что ты пишешь. Очень много достопримечательностей, мне кажется, что стоит. И мне. Если вдруг мы устанем, мы можем... Минет. Если я устану, то все. Минет. Минет. Там еще... Нет. Крабовые палочки где сначала? Ребят, смотрите. Сначала посетим ипподром, где увидим колонну Константина, Змеиную колонну, Египетский обелиск, дворец Ибрагима, Голубую мечеть. Да, это на одной площади, скорее всего. Голубую мечеть, Хамау Роксоланы снаружи, Айя Софию и, наконец, дворец Топканы.
Вход во дворец нужно учитывать 200 лир без гарема или 285 лир с гаремом. А потом отправим, так, 285 лир это сколько сейчас посчитаем? Это очень дохуя. Ну да, что-то многовато. А потом отправимся на Босфор, прокатимся по Босфору 1.5 часа. То есть, Дина, прикольно. Учитывая, что мы не все 7 часов будем ходить. Что, бухнем? А мы чай еще принесу на яхте тоже. Дайте мне пшикнуть руки, пожалуйста. Так, сейчас. Билет по Босфору стоит 25 лир всего. Это сколько? Это не входит все 120? Нет. Да, он охуел. Так, сейчас. Ну, не особо это все рядом находится. 25? Ну, так. Ну, в области 2 километра, типа, грубо говоря. 3 бакса стоит покататься на яхте. Да нахуй нам нужен, мы сами так съездим. Ну это же Босфор, ну я бы покаталась без. Нет, туда. Мы будем снимать яхту отдельную у нас. Я думаю, завтра начнем. Хорошо, я тогда ему описываю, да, что в четверг. Что мы... Там вроде погода будет. Ага. Есть ли возможность начать в 11, правильно? Вот. Макс, ты хотел начать позже? Он говорит, что так долго, типа продолжительность. Ну потому что это ну, я бы один, погулять и зайти в эти. Хорошо. Ну типа можно. Хорошо. Можно позавтракать, часть поваляться. Туда-сюда. 10 мы только там. Это 120 баксов ему только на рынок. Еще надо сколько бабок на это? По 140. По 20 баксов в человек. Так, можно ли начать не в 10, а в 11? Чуть скоротить. Пусть в 6 закончим, просто мы чуть окей скоротить где-то, не размусоливаться, там 2 часа где-то стоять. Чтобы не страдать. Скажи, сильно активные ребята, спортивные все. Ну, типа. Так, вот, какой вот еще вопрос? А, сколько нам нарыло еще бабок помимо 120 баксов? Скидка будет. Ну, торгуйся. Она из Полины меня проигнорила, и мне за это заплатили 280 лир с каждого еще. Это недорого. Сейчас я в Airbnb найду, блядь. Да, я шучу. Да я тоже шучу. Сейчас я, блядь, найду. И что еще хотели? Возможно ли скидка? Да не надо. Да не, не надо скидка, блядь. Да в смысле не надо? Ты что, бич? Она сейчас скажет, да, 150 баксов. Да, заебись какие-то. Удивительно, там египет. Тут нормально торгуются. Бля, ты расскажи ему, как я на яхту... Там ты будешь даже в аптеке торговаться. Везде, там в аптеке тебя... Ну я хотел тут в Стамбуле в ЦУМ зайти торговаться. Полувитонами? А можно не за 1000 сумочку там? А какие не любят? Не, я вижу, что у вас спальня, давайте за 50 баксов. Ну, не обляпаться. А это что у тебя? Это креветки. Креветки? Где они там? Что? Довариваются просто. Лосы, ну, они типа щепки, да, в чем-то. Не сыр. Зай, спизди мне креветку. А мы, знаете, тоже взяли себе креветки. Что кошка тебе сделала? Вот она вот так вот спит просто вот под одеялом. Насрала? Смотри. На меня. Вот она под одеялом у нас спит, на подушечке вот так. Очень вот вкусная болоньеза. По сравнению со вчерашней. Дайте попробую. Ну, бери. Очень вкусно. Да? Вчера и рядом не стоит. Очень вкусно. Макароны, наверное, хорошие. И макароны, и заправка, и вот мясо какое-то не такое. А це что у вас? Креветки. Ебальные руки трусятся. Да, я тоже заметила. Настя? У меня триммер, блядь, трипак, триппер, три мак. Триппер – это болезнь. Ну. Венерическая. Серьезно? Венерическая. Может, не знаю. Тебе что-то не нравится? Тебе что-то не нравится? Ты не нравишься мне. Ты что, сука? То, что задаешь вопрос, тебе что-то не нравится. Зайди ви, яка розкош. Саме хороше, зачищаємо час, де десь так називається. Вот уже началась наша экскурсия с гидом. Мы прошлись по базару, Гранд-базару, который очень дорогой, и зашли в мечеть Сулейманье, по-моему, если не ошибаюсь. Красивое здание. Мне очень понравилось здесь огромнейшая, это, не знаю, там люстра или как это описать даже. Здесь они там что-то поют, молятся. Толком сильно не углублялся. Я только лишь рассматривал чисто так визуал. Прикольно было. Вышло нам все это путешествие с нашим гидом 140 баксов. Это за то, что он просто рассказывает. И еще по 280 лир с каждого человека
за входы в разные достопримечательности. Полицейскую тачку увидели тут. Половины невозможно тут записать, потому что ветер дует. Да, нельзя много здесь снимать, но по чуть-чуть покажем, попробуем. Мы должны в хамам зайти султана, потом оружие разное поснимать. Сейчас посмотрим что-нибудь. Все снимают кожу. О, все. Это типа подарки правительству. Иман Смит. У него так на сосках. Он просто там встал, так, ну, типа. Я думал, что я снимал очень близко, но, как видите, оказалось не очень. Поэтому некоторые детали вы, скорее всего, не сможете разглядеть. Но я очень старался снять все по максимуму вблизи. Эта экскурсия и вообще поход по вот таким местам мне сам больше понравилось, потому что здесь есть какие-то, не знаю, исторические такие вещи прикольные, очень ценные, дорогие и очень интересно. Вот это какой-то рубин, или я так и до конца не понял, точнее уже не помню, но он очень блестит, камера это не передает, он безумно блестит, и его... Как наш гид объяснил, никакая контора не хочет страховать, ни одна страховая. Потому что, ну, он стоит слишком, очень слишком. И такое же самое здесь копье из изумрудов. Много-много тоже карат здесь. Я, конечно, извиняюсь, а это что за размеры? Да. Тох. Мой размерчик. Это мне нравится. Там камни. Да, дорожка вообще кайфовая. И она большая, длинная. Тупо из камней вот именно ребром, да? Кайфово. Ты
разговаривали, что употребляли наркоты, ну, типа, сулейманы. Тоха говорит, максимум, ну, маком. Что смешного, блядь? Я смеюсь с их шутки, с этого, вернее, со всех смеха. Знаете, такой есть, это дурной смех заразительный. А вы нюхали когда-то мивину? Мы нюхали, нет. Вот это вот, ну... Кажется, смешного тут-то. А шипучку? Мивина, поняла, вот это мивина от этого? Да я шипучку нюхал. Мы шипучку нюхали. Ты нюхала ее? Нет. Мы нюхали ее так, где затирали. И что было? Ну, ничего, не знаю, наркоманы маленькие. Вот эта шипучка с... Да. Конфета шипучка. Нос разъедала. Вот это внутри, Настя, вот ты ее нюхаешь, и она тебе всю слизицу жжет. Ну, было интересно. Также золотой трон, дорогие гости, церемониальный трон. Подарок Надир Шах, индийского шаха. Это все золото? Да, это золотой трон, кстати, да. Золото, это оригинально именно стоит или все же это заменено? Оригинальный. А вот это ложа его? Ложа, диван. А там камни, в каждом этом там камни. Изумруды. Да, такие изумруды. Здрасте, блядь. Тоха, заходим, выносим. Ладно, ну а потом перезвоним. Китти. Китти облизывает. О, мы пришли на какой-то крутой вид. Что это было? Давай. Ебать. Штаны чуть не сняла. Тебе. Красиво. С разгона прыгнешь? Нет, ты что? Слабачка. Да. Что это такое? Что вы делаете? Женщина. Нас насилуют меня морально. Вид красивый очень. Очень красивое дерево. Очень красивый вид. Когда идешь, звук такой. Подожди, стой, не ходи. Подожди, не ходи. Вес нужен больше. Или вот тут вот прям походи. Да, я, да. Вот это батя такой себе хотел. Блин, классно. Лимонадик, да? Вот сделать сюда и целый день пить его. Что такое чашки? Да. Хрусталь. Сидр. Яйцо Фаберже забрали. Ничего нет. Птичка певшая. Очень тяжело тут записывать влог, потому что везде ветер дует сильный. И почти нереально вообще как-либо разговаривать, так как всегда будет тупо шум в микрофоне. И с этого придется все вырезать. Но мы взяли... Как это называется? Яхта. Ну, типа, которая большая, где много людей катается. Вот такую. Выходит по 25 лир. Короче, где-то по 3 доллара. Плюс-минус. По 3 доллара с человека. Вот эту мы взяли 600 за всех. Плюс-минус там где-то выходит по 10 долларов с человека. Да. Но зато мы сами, мы куда хотим, туда едем. На час арендовали ее, грубо говоря. Вообще супер. Глянь, прикольные отели строятся. Там наш водила.
Едем, едем в соседний сад. Ебать, тут плесень нахуй же. Блять, их можно выкинуть этот кипарис, блять. Алло, блядь, девочки. Оль, ты наебашь что хотел, давай вот. Я уже нахуй в ауте, если честно. Я думала наебашиться там вечером, в ресторане. Да нахуй надо. Взяли. В ресторан надо прийти уже пьяно, блядь. Надо печеньку съесть. Да, блядь, ты сам на том свете съешь. Давай, бери. Давайте! Мудрый газгабр! Блядь! Красавчик! Абсолют, блядь! Ох, ёб твою мать! О, нормально штормит! Охуенно! На сердечко вот так вот! Показать такую фотку, они мне сейчас с Антоном скинули! Да! Да! Ебать! Они скинули новую жопу его! Она мою жопу фоткала, блядь! Антох, налей сачка! А? Сачка налей! Сука, смотри! Это чьё, блядь? Наталья! Там жёстко! Ты заблокировала! Это чьё? Ты говорила тоже жопу, я говорю, давай так, нет. Так, надо как-то с... Давай подручнее делаем. Да похуё. Да? Да мы день скидываем, всё равно вот-то, блядь. Мы проорались, конечно, вчера конкретно. Это как ебать! Не матерись. Моя психика сломана навсегда. Бля, холодно стало. Мне нет. Ветер дует, блядь, ветер дует. Ветер дует. Это дыды. Не, на дуре пиздец как будет, я ебал. Ой, дай тебе. А, шею закрывает, блядь. Вы на дуре, я ебал. Да, я. Взрослый. Ай, дай! I need help! Да не, не надо. Водки мало, и help. На, пей, блядь. Горла! Ты не видела, что с ней происходило, когда она пила с горла эту водку? Ее потом штормом вот так носила нахуй. Она на ногах, это из них вообще незнакомые пацаны, я даже не знала. Да хуя! Пункт приема секретаря. Кровать. Да сюда сейчас пакеты повесит. Настя, а это домой? А бутылочки принимаете? Нет, у меня есть. Да ты шо, Вить, куда ты наливаешь? Краёв не видишь? Чтоб ты вот так пиловила. Давай, давай. А ты попробуй. Давай. Не, ну не становится у меня. Попробуй. Нет. Чё, дальше как зебра из этого фильма. Мультик, как это? Мадагаскар, зебра из Мадагаскара. Хуже спермы. У меня никогда не было спермы на лице. Фу, ебать, лохушка ебаная. У меня этого никогда не было. Фу. Давай, как зебра. Плохо, давай, доставай. Исправим ситуацию. Чтоб как зебра была, да? Пей. Ладно, давайте. Смотрите, катер воедет. Какой-то погнал. Полицейский. Лидеры! Медым у мусора гандоны. Может выйдем, подведем к ней опять, потом еще пошли. Там хуйня, плавать на залог. Я просто не увидел, что придет. Нахуй ты выплевываешь, скажи мне. Она чуть еще, блядь. Мы на месте вообще-то. Я бы пошел хавать. У нас, ну, типа... А, ну ты заебёшь, то есть хавать, я скоро таких размеров, как ты будешь. Я вообще жарить хочу. Я бухаю, я тоже... Время не завалить ебало. Надо пустить. Видишь, я приехала сюда покататься на лодке и дать тебе веселей. Я покаталась.
побить лечи! 5 лет ты никогда мне не дашь! Никогда! Петь! Напьешься, блядь, и уснешь нахуй. Настя! Мне на водке слишком дохуя. Пиво, бутылку, я спорю. Давай! Я уверена, что я сейчас выйду на сушу, блядь, ебанусь вот так раз поставить. Я не могу, слышишь, что я сказала на языку? Я давно так не пила. Ну не пей больше. Да, не выпивай все. А ты заеби рот. И ты тоже. Еще. Да, да. Пошла мазута. Понимаешь, у нас не больше не наливает. Да нет, по столу ебани. Настя, ебани по столу. Я хочу, а ты так плотно. Ух ты, сильно пиздец. Она сейчас тебя живет, дом будет подрывать. Там не надо. Ты черепу сейчас порежешь. Что, я тогда убираю, потому что надо похавать речь. Какое небо голубое. Мы заберем или выкинем? Найдем новое. Кусков огромное вино очень хорошее. И записка типа, ну, мы были бы не против, если бы вы больше к нам не приходили. Типа, да, они нарушили. Настюха, что у тебя? Шницель. А это что? Стейк, это как-то макс. Это не мое. Только ты стейк брал? Я шашлык брал. А? Бифштейк, вот. А ну, Смитик, сними, что там у тебя интересно? Огромнейшая. Итак, ребята, это, в общем, королевская креветка одна. Стоит около 10 баксов. Там тут шампиньончики, перец, помидорчик и наверное, все. Ну, в принципе, цена адекватная. Ну, и с учетом того, что мы находимся, грубо говоря, в центре Стамбула, в порту. Так что все, в принципе, окей. Я не помню, сколько у нас в Беларуси стоит, но примерно около 40 баксов полкило, по-моему, если не ошибаюсь, в неготовом виде, в чистом виде. В готовом виде у нас в Минске такое очень дорого стоит, около 40 или 50 долларов. Ну, там не одна будет, а 2-3, может быть, ну, максимум 5, я не знаю. Короче, мы только что летели на таксах, и перед нами выскочила скорая помощь. Она люто летела, шашками такими. Я не знаю, я впервые увидел, как шашками летит скорая помощь, ее кидает во все стороны. Я не знаю, меня это так впечатлило что-то. Ну, средние, кстати, не уступают прям дорогу, я бы не сказал. А сейчас приехали в ТЦ погулять, посмотреть. Спасибо всем за просмотр видео, ставьте лайки, ну, не забудьте подписаться.